День России в Иванове пройдет под эгидой здорового образа жизни. В областном центре стартует второй легкоатлетический пробег. В прошлом году по инициативе клуба «Автокрановец» мы провели первый международный пробег. И очень рада, что получила продолжение этого мероприятия. Почему международный? Потому что мы пригласили спортсменов из Германии. Они у нас участвуют, и посвящен это Дню России как раз. Виталий – прошлогодний победитель пробега. Одолел и гостей из Германии, и своих земляков, показав лучший результат на дистанции. В этом году рассчитывает подтвердить свой титул. В прошлом году, да, я здесь участвовал. Мне посчастливилось здесь выиграть, потому что хорошо себя чувствовал. Погода, как говорится, все способствовало. Вот. Но в этом году немножко другое, и трасса немножко другая. Но суть в основном та же, как бы год на год не приходится, но в этом году я тоже буду стараться и, как говорится, сделаю все, что от меня зависит, чтобы выиграть. Дмитрий – главный соперник Виталия. В прошлом году для победы ему не хватило совсем чуть-чуть. На этот раз, уверен молодой человек, ему удастся отыграться. Планирую, конечно, с ним побороться, просто еще и дистанция-то короче в два раза, это ближе к моей специализации. У него специализация подлиннее, вот, то есть у меня больше возможностей победить. На этот раз спортсменов ждет совершенно иное по сравнению с прошлым годом испытание. Если в первом пробеге легкоатлетам предстояло преодолеть прямую трассу, теперь она будет извилистой со множеством поворотов. Так что сейчас заранее предугадать, кто возьмет золото, невозможно. Нужно увидеть это собственными глазами. 12 июня в 11 утра на набережной у цирка. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.